Из-за неуместной шутки Максима Галкина развернулась настоящая баталия. В скандал втягиваются все новые публичные персоны. В сети продолжается обсуждение нездорового заявления юмориста Максима Галкина, которое он сделал с израильской сцены. Комик предложил надеть на Филиппа Киркорова колготки, убить Ольгу Скобееву и отрезать ей голову. Дескать, вид расчлененной теледивы вызовет шок у народа и в итоге между Украиной и Россией начнется перемирие. Ольга Скобеева отреагировала на слова супруга Аллы Пугачевой в эфире федеральной программы. Знаменитость усомнилась в том, что шутки Галкина действительно смешные. Скобеева сообщила, что все остроты Галкина теперь будут проверяться в Следственном комитете и в прокуратуре РФ. Ольга не исключает, что вылетевшие из уст Максима слова – это прямой призыв к насилию. Между тем к обсуждению резонансной выходки Максима Галкина подключилась Лайма Вайкуля. Вокалистка из Латвии высоко оценила юмор супруга лучшей подруги. Исполнительница хита «Вернисаж» намекнула на то, что люди, не понимающие шуток Галкина, отсталые. А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина, нахваливала приятеля Лайма Станиславовна. Блогер и журналист Вадим Манукян между тем возмущен позицией Максима Галкина и Лаймы Вайкуля. Он порадовался тому, что артисты больше не связаны с Россией. Манукян задался вопросом, как отреагировала бы Вайкуля, если бы болтливый Галкин предложил отрезать голову именно ей. Поразительно, какое хамло развлекало нашу публику все последние годы. И как замечательно, что их больше нет с нами. Лишь кудахчут что-то из-за рубежа бредовое, нанес звонкую пощечину Вайкуле Манукян.